С 30 декабря сотрудники полиции будут работать в усиленном режиме. Им будут помогать общественные формирования и казачьи подразделения. По словам вице-губернатора Николая Далуды, в рождественские праздники все православные храмы будут под охраной казачества. Как подчеркнул губернатор Вениамин Кондратьев, все службы должны быть готовы к любым нештатным ситуациям. В рабочем состоянии должны быть средства пожаротушения, системы оповещения при ЧС и системы безопасности, а также учреждения здравоохранения и санавиация. Особое внимание губернатор уделил вопросам готовности дорожных служб к предстоящим снегопадам. Что касается снегоуборочной техники, она и другая дорожная техника в случае необходимости должна оперативно выйти на дороги и улицы края. Особенно это касается горных районов и федеральных трасс. Еще одна зона ответственности – торговля пиротехникой. Из незаконного оборота в крае изъято более 38 тысяч единиц пиротехнической продукции на общую сумму около 850 тысяч рублей. Полностью запрещено использовать пиротехнику во время проведения праздников во всех учреждениях культуры. Особое внимание детям. Ни один ребенок не останется без внимания взрослых. Продолжат работу рейдовые группы, спортивные секции, клубы, кружки будут работать без выходных.